Одесса, 19 июля, в Черном море. На данный момент находятся 4 корабля. Они продолжают создавать иллюзию вероятности высадки десанта. Об этом сообщило оперативное командование «Юг». Также в группировке российской армии 2 корабля с 16 ракетами типа «Калибр» на борту. Также сейчас, в данную минуту, в районе 411-й батареи что-то сильно дымит. Но вроде как взрывов не было. По предварительной информации, это горит поле. Новости в данную минуту. Я желаю всем мира, берегите себя.